Привет всем, кто смотрит канал «Сумерки богов». Это канал для тех, кому не безразлична судьба музыкального театра. Сегодня последний обзор спектаклей Парижской национальной оперы. Вновь хочу поблагодарить своих подписчиков на платформах Boosty и Patreon за то, что эта поездка состоялась. Подписывайтесь на канал «Сумерки богов» именно на этих платформах, чтобы смотреть все обзоры целиком и с музыкальными фрагментами, ну и чтобы поддержать канал, конечно. Выстраивая программу очередной поездки, я делал ставку на спектакль «Так поступают все женщины» оперы Моцарта от Дмитрия Чернякова, постановщика, и новую постановку опера де Пари «Беатриче ди Тендо» Беллини в версии Питера Селлерса. Об этом я уже рассказывал в двух предыдущих обзорах. На третий день главный театр Франции точно нарочно предлагал выбрать или пойти на «Травиату» Верди в постановке Саймона Стоуна в опера «Бастий», то ли отправиться в роскошный театр опера «Гарнье» на возобновление старого Юлия Цезаря Генделя. Поскольку «Травиату» в этой постановке я успел посмотреть еще на премьере в 2019 году, и она меня не сильно впечатлила, я все же выбрал одну из лучших опер эпохи барокко, которых мне все время не достает в моих путешествиях по Европе. Признаюсь, очень часто составы певцов заставляют даже забыть о такой возможности. Но в Париже на этот раз состав исполнителей хоть и менялся, сегодня Парижская опера очень часто выпускает на сцену вовсе не тех, кого заявляет загодя, но все же оставался достаточно любопытным. Интересно, что два дня подряд на сценах опера де Пари звездили одни лишь американские певицы. Тамара Уилсон в «Беатриче», Надин Сьерра в «Травиате», Лисетта Рапеса в «Цезаре». И, как мне показалось, я выбрал не худший вариант. Спектакль, который ныне возобновлен в «Гарнье», был осуществлен известным тандемом Лоран Пии, режиссер Шанталь Тома, сценограф, еще в 2011 году ради уже давно оставшейся без голоса Натали Дессей. Надо отметить, что нынешний интендант театра Александр Неф из-за колоссального дефицита бюджета, оставленного ему в наследство Стефаном Леснером после многомесячных забастовок и не менее длинных карантинно-пандемийных мер, вынужден много копаться в запасниках театра и извлекать на свет Божий старые спектакли просто потому, что так дешевле. Интересно было бы взглянуть на склад вот этих старых декораций театра. Судя по одному только оформлению спектакля «Юлий Цезарь», он должен занимать площадь размером с остров Сите. Трудно возобновлять спектакли, овеянные уже легендарными именами, но, скажем честно, играть в «Гарнье» намного проще, чем в опера «Бастий». Стремление туристов увидеть роскошные интерьеры стиля Наполеона III и знаменитый плафон Марка Шагала – во многом помогает заполнять зал. Если в «Бастий» уже днем с огнем не встретишь людей, одетых в вечерние туалеты, то в «Гарнье» публике на 150% хочется использовать все возможности для лучших селфи или в большом золотом фойе, или на 30-метровой парадной лестнице. Да, и украшают первое фойе здание как раз скульптуры композиторов барочной эпохи Люли, Рамо, Генделя, точно приглашая обратиться именно к их наследию. Но на самом деле таких опер сегодня в репертуаре опера де Пари не так много, ведь туристам, ну, скорее нужны более привычные шлягеры вроде итальянских опер. В прошлом году в «Гарнье» я слышал и видел весьма удачную постановку «Ариаданта» Генделя, об этом был обзор. И вот теперь «Юлий Цезарь», более ранняя, более известная его опера, которая увенчала второй приход композитора в Лондонский Королевский театр. Как свойственно тому времени, сюжет мало походит на исторические события, а артистам тогда, ровно 300 лет назад, в феврале 1724 года, и не надо было думать о подлинности актерской интерпретации, которую с лихвой заменяли многочисленные виртуозные сольные арии, по 6-7 арий у главных персонажей. Всем привет! Это был фрагмент моего нового обзора. Спасибо, что вы его посмотрели. А вот полную версию видео и даже с музыкальными иллюстрациями можно посмотреть по подписке на Boosty и Patreon. Ссылки на подписку вы найдете внизу под этим видео. В полных обзорах нет никакой рекламы. Мои подписчики на Boosty и Patreon гарантированно получат ответы на свои вопросы в еженедельных стримах на YouTube под названием «Зеленовый берет». Эти еженедельные стримы выходят каждое воскресенье в 15:00 по Европе, то есть в 17:00 по Москве или в 9:00 по Нью-Йорку и Торонто. В них мы с моими подписчиками обсуждаем все самые важные новости прошедшей недели. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на канал «Сумерки богов»,
на YouTube, Boosty или Патреоне. До новых встреч на канале «Сумерки богов», где бы вы его не смотрели. We'll be right back.